Итак, всем привет! Вы на канале Журнал Рыбака. Приехал я, значит, на Кубань, рядом со станицей Варениковской. Вот. Пока сюда ехал, там человек с беременной женой забуксовал на поле. Попросили, вытащил. Вот. Ну, такое вот местечко, тут лодка припаркована. Вот, закинул. Одна у меня, значит, на флет стоит, на волос. Значит, закинул, посмотрю, может, что крупное попадется. Одна жмыховка и одна на там крайняя. Такое вот толстое тут дерево, я не знаю, как тут в обхвате его не обхватишь. Там вот дупло. Возможно, там кто-то живет. Я туда лезть не буду. В общем, дерево такое толстое. Вообще обалдеть. Старое, видимо. Там тоже он, толстенное дерево. Ну что, попался нам еще один такой сомик. С указательный палец. Зараза. Пока в ведро закинул. Надо их истреблять, этих зарубежных сомиков. Один крючок у меня как-то развязался, непонятно, следский. Вот, перезакинул сейчас все удочки. Вот, на флет перезакидывал, чужую кормушку вытащил. Со шнуром. Это нитка тут. В общем, попался еще один сомик. Такой же грамм 150-200, не больше. Вот, пока только сомик едут. Вон такая коряга плывет. Ужас. Проверил флет. Ничего не было на нем. Это кинул поближе, а то дальше кидаешь. Забивается травой, мусором и сносит. Поэтому кинул поближе, метров на 15-20 от берега. 25 максимум. Коряги плавают. В общем, конечно, мусора много на берегу. Что-то у меня вот эту удочку потихонечку играет. Кивертип. Колокольчик, извините, что-то походу маленькое сидит там. Проверим. И в сторону унесло.
Что-то сидит, походу. Да, что-то есть там. Что-то бьется. Опять Соник маленький. Опять маленький Соник на опарыша. Ну, вот такие вот дела. В общем, перенасадил. И туда. Далеко не кидаю. Тут деревья везде, он уже оборвал одну кормушку. В общем, поменял немножко стратегию на флет, убрал. Оставил его как грузило и привязал еще туда макуху. Потому что корм вымывается. Быстро каждый раз перезакидывать. Не очень что-то хочется. В общем, вот так вот. Ветерок легенький. Вот посильнее был бы ветер, чтобы эту мошку, блин, всю согнало. Вот. Такие дела. Значит... Ну, по улову, ладно, потом покажу. Так, по чуть-чуть, в основном сомики. Сомики, две густерки. А, карасик один. Попался один карасик. Вот. Ну, клюет вяло, то есть колокольчики практически не звенят. Так, я вижу, что удочку гнет. Вот. Надо сейчас вот это вот проверить, перезакинуть. По-любому кормушка пустая. Проверим. Перезакинем. Да, кормушка пустая. Я опарыш обслюнявленный. В общем, такие вот дела. Сейчас поменяю опарыша. Трава налипает. Ой. Прикормка опарыш червяк. Ой, наживка. Прикормка у меня старая вот осталась. С прошлого раза там горох, там перловка. Что-то такое. И магазинная. Сладкий лещ, по-моему, называется. Я добавлял. Оставлял в холодильнике, замораживал. Вот. Есть у меня дип меласа, может быть. Сейчас добавлю сюда ароматику. Медовая, по-моему, у меня есть. Может быть, поинтереснее будет с этим всеми делами. Комары. Ай-яй-яй-яй. Зацепился за ветку. И туда. Далеко я не кидаю, смысла нету. Далеко, что близко, но как бы далеко оно даже вообще и не клюет ни черта. Тем более, что тут глубина хорошая. Потом, если что, подальше он коряги плывут. Ну что, уже вечер. Клюет, конечно, слабенько, но эти сомики одни. Там мелочь всякая. Карасик один, карася что-то нету.
кайфует, молчит. Я уже то горошину нацепил. Может, на горох что пойдет. На бойлике вообще тишина. Вот. Такие дела. Время 5:30, наверное, еще час посижу. Вот сейчас вечером что-то начнется, когда активизируется рыбка. Ну и буду собираться домой. Вот. Да и прикормка заканчивается уже. Каша. Вот. Перезакидывать приходится каждые минут 5-10, наверное, то, что вымывает прикормку. Ну, как-то вот так вот проходит рыбалочка. Мошка одолела. Это вообще нечто. Я не знаю, если ехать на Кубани, то запасаться надо от мошки, от комаров. Не знаю, чем. Ну, в общем, вот такие дела. Люди плывут на плоту. Сплавляются. Вон там, видно вон, с крыши накрытой. Сплавляются, рыбачат, живут там на плоту. Да, конечно, красиво тут. Красота. Что-то какое-то у меня затишье. Время 5:30. А нет, вру, без 10:06. Буду сейчас потихонечку уже, наверное, собираться. Что-то вообще тишина. То ли затишье перед бурой, перед вечерним клевом, то ли вообще тишина. Что-то вроде какой-то, опа. Наверное, маленький сомик, скорее всего. Они уже достали. Такие с указательный палец, небольшие. Ну вот он шевелит, кивертип. Походу маленький сомик, ладно. Буду вытаскивать, посмотрю, что там. Перезабрасывать. В общем, такие вот дела. Так, ну вот и все, я закончил рыбалку, в общем. Такое место, вот такой вот у меня улов. Вот, сомики, там густерка, пару карасей. В основном все сомики вот такие небольшие. Ну что, что-то пожарю, что-то засушу. Вот, мелких там где-нибудь кошке соседской отдам. Вот. Вот такая вот рыбалочка была днем. Время 6:30, прикормка закончилась у меня. Че сидеть? В общем, как-то так. Спасибо за просмотр. Спасибо за подписку. Будут новые видео дальше. Постараюсь завестись видеоаппаратурой хорошей. Чтобы интересные съемки были. В общем, буду что-то думать, что-то придумывать, чтобы вам было интересно смотреть. Вот. Ну, я думаю, приеду сюда еще на это место, но только на утрянку, рано утром, часиком к 5, я думаю, сюда приеду еще. Может, на следующих выходных или как там получится, не знаю. В общем, всем спасибо, всем пока.